Павший 7 июня. Осмотритесь. Находитесь вы на канале Asmodee Play. Так, а как тут включить? Прибыли в стадион, чтобы рассмотреть его. Ну, без проблем, а как? А, вот так. Вражеский патруль. Продолжаем. Господи, ничего себе, у меня тут приблизиться можно. Осмотри ложу прессы. Прессы. Слева его нет. Есть, прямо по курсу, приблизить. Вон там, приблизь. Вот это он. Наш парень. Нашли. Ну, вот только... Его переводят, надо уходить. Не сломайте вы его. Ох, не сломайте. Зачем ты здесь? А что, ни разу не стрельнул, что ли? Такая винтовище. Конвой подходит. Хватай гранатомет. Цель здесь получше. Надо вызвать детонацию. Да, без проблем. Мне нравятся такие. Так. Конвой прошел. Идем. Я даже не знаю, как там все будет разрываться сейчас. Они уходят. Что-то случилось. Так, пора загружаться. Загружаемся. И куда? Они мертвые. Все. Залез. Смотри и учись. Давай. Аяксы переводят в другое место. Времени в обрез. Атакуем на аэродроме, а потом будем прощаться. Спасти Аякса. Подхожу по роду. Бум. Вот так вот. Так и я мог. Где, где, где? Спокойно, спокойно. А где у меня второе оружие-то? Ой-ой-ой. Вали его, падло. Тихо, тихо. На. Ну-ка, давай сюда. Ну что это? Хрен доберешься, да, значит? Так. Валите их. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Пока враг не подоспел. Не. Подожди. Где, где, где? Блин. По мне долбят.
Так, спокойно. Сзади никого. Фу. Нормально. Хоть бы сохранился. Аякс должен быть здесь. Будьте готовы. Идем. Аякса должны держать здесь. Глянь через снайперский прицел. Возьми снайперку с ДУ. Сигнал, твой выстрел. Ждем тебя. 15 часов, 15! Нет, снять! Справа! Слева! В комнате чисто! Его здесь нет! Ага! Взять его! Взять! Куда вы его убили? Ату! Ату его! Падлу! Где он? Рексик! Не знаю, где он! Молодец! Вперед! Ну-ну! Получил. Так, и что мы делать будем? Ух ты. Так. Обычно в таких местах в плюшки какие-нибудь лежат. Но здесь ничего нету, ладно. Какое-то оружие было, что ли? Используй снайперку с ДУ, чтобы убрать РПГ. Вот он. Нормально. Где еще один? Все чисто. Неплохая снайперка. Перейдет нас к Аяксу. Давай. Рекс. Вперед, Рекс. Давай, солнышко, веди. Вражеский патруль. Примерно с десяток. У нас нет времени. Надевайте противогазы. Газовую гранату подлей. Рексик. Пускайте туда газ. Не. Текс. Пока все нормально. Прямо по курсу. Я за ним слежу. Ладно. Вот тут еще вот дверь. На. Так. Проходим, господа. Не задерживаемся. Давай. Хрен там. Все. Я его убил. Давай. Рексик. Я за тобой. Я иду за тобою. Давай, ползи. Меня оттеснили, да? Ладно. Ух ты, красиво. Я тоже так умею.
обязан уметь. Что имеем здесь? Ты где? Мы нашли еще одну дверь. Охраны нет. Будем ждать сигнала. Вот она, живи в своей двери. Сначала пустим в ходе через пять. Так. А они без противогазов, да? Да блин. Вылез. Откуда не ждали. Блин, где-то в раздевалке. Рорк. Это был Рорк. Его цель. Смотрите на стену. Он умер. Мать. На стену смотрим. Оу. Мэри, ты тут взгляни. Все здесь, да? Рорк охотится на призраков. А кто, блин, такой этот Рорк? Нет времени объяснять. Не заходит. Пошли, быстро. Киган, приведи его. Давай. Быстро. Призраки, призраки. Все молодцы, но теперь нам надо в Лос-Анджелес. Быстро. Осторожно, отбой. Давай. А чё ж ты сразу-то не сказал? Захватим тот, что стоит подальше. Вперед, вперед! Прикрой нас! Нам нужно прикрытие! Здорово! Перезаряжать не надо! Кто? Рекса заберет. Рекса заберите. Так, по мне стреляют. Давай. Полетели. Блин. Так. Ну, вроде хорошо пострелял. Все, вылетел. Фу. Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. И вновь мы вели бой с Федерацией. И вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то, в гуще этого побоища, был наш отец. Нужно было его найти. Найдем. Спасем. Эх, батька. Эх, батька. Возвращение. Ну, давай. Как вам нужно помочь? Командованию требуется больше людей на передовой. Хорошо, увидимся у центра управления. Оставляю нашего пса с тобой. Остальные со мной. Выходим. Thank you.
Пёсик, пока, солнышко моё. Так точно, Витя. Ну, красивый Цербер. Так, ты мне не дал пройти, да? А куда мне идти? Вау, 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 вау. Целые звездные войны тут. Космический десант, ё-моё. Упавшие. Надеюсь, не наши. Блин, давай. Где вы? Они помечают нашу позицию. Эх, у нас задача. Не дать Федерации захватить побережье. Воу-воу. Так и должно быть. Где? Блин, так вот же они и были, а я их ищу где-то в другом месте. Тихо. Где? Так. Да. Где? Блин, а как ни хрена меня снарядом сразу убило? Не подлезть. На. Все. Понимаю.
тихо. Перебежками. Да ё-моё, двигайте, шевелите батонами. Давай, 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 давай. Так. Переходим. Переходим. Еще одна. Экс. Уничтожаем. Блин, опять прилетел. Ну, сейчас по нам хреначит. Все, 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 да? Подожди. Я же добежал до сюда. Спокойно. Где ты? Вот так вот. На сколько? На 100 патронов. Надеюсь, я правильно все сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Зигом и загом бежим. Так. Да вроде правильно пока бегу. Нормально. Заходим. Куда, куда? Рекс. Рекс за тобой. Давай. Ну не убирается. Давай. Вот так, вот так, вот так. Ничего страшного. Так. Я-то куда должен пройти? Во-во-во-во. Он меня, падла, еще схватил. И нет, нет, нет. Блин, я даже... Так, ладно, сейчас переиграем этот момент. И вот хрен тебе. Нет, 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 не поймал, не поймал. Это чё? Все равно порезать успел немного. Вытаскивай, вытаскивай меня отсюда. Ух ты! Ладно, Кик, выводи нас. Вот где босс раз-то может. Эй, мы никуда не идем. Успокойся, парень.
Черта с два. Завязывай, эй, вы. Мы должны вернуться в Санта-Монику, там наш отец. Мы не уйдем без призраки. Него. Ваш отец уже не там. Ваш отец уже не там. Папа, какого черта? Все это время ты был один из них? Ты что, ты призрак? Полегче, малыш. Это твой командир. Вы, ребята, понятия не имеете, как это было непросто. Но такой выбор делается раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания. Добро пожаловать в призраки. Мы готовы. А что, мы тоже стали призраками? Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Вами обоим. Все, конечно, хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рорк. Парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. А как такое возможно? Он был одним из нас. Предатель. Ну? Все началось 20 лет назад. Армия. Ну что ж, уважаемые зрители, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комменты и увидимся в следующей серии. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро, но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде. Охотничьим трофеем. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей.